Я каждый день слышу голос Божий. Он наставляет и формирует меня. И говорит Господь мне голосом моего пастора. Бог открывает свой план своим избранным людям. А уже люди Божьи передают его дальше своим ученикам. И если я игнорирую и не исполняю ведение, пренебрегаю и избегаю общения с Божьими людьми, со своими наставниками, то я сам отказываюсь от Божьего плана и его видения на свою жизнь. Из-за этого жизнь многих христиан похожа на блуждание в темноте. Они стараются идти вперед, но постоянно на что-то натыкаются. И даже маленькие преграды становятся тяжело преодолимыми. Конечно, эти люди хотят исполнить видение Божье. Они даже над чем-то трудятся. Но у таких людей нет ощутимого результата. Их действия не скоординированы, они хаотичны и непостоянны. Такие люди не способны увидеть приближающуюся атаку и опасность от сатаны и своевременно среагировать на это. Эти признаки жизни христианина без Божьего видения. И изменить это можно, только смирившись и приняв власть Божьих людей, повинуясь наставникам и исполняя ведение Церкви.